Всем привет. Да, это очередной ролик по Half-Life. Коих за последнее время было больше, чем остальных роликов на моем канале. В общем, неважно. Есть много способов скипнуть эту главу. Самый распространенный это... Подбегаем к ученому и долбим на клавишу Е до того, пока он перестанет орать. Затем медленно и осторожно, чтобы его не испугать, подводим к этой двери и... Начинаем толкать! Толкать в эту чертову дверь! И даже когда он уже прошел, не перестаем это делать! В то время, пока наш друг научился говорить закрытым ртом, мы нажимаем на красную кнопку и... Валим отсюда. Дверь закрылась за нами. Как я мог об этом забыть, бля? Ладно, все, четкие спидранеры могут найти выход из любой ситуации. Открой эту дверь. Спасибо. А теперь серьезно. Йоркта. Ривен. Наконец-то. На этот раз его тело работает в качестве блока для двери. А теперь попробуем способ от Half-Life Source. Стреляем в ухо ученому и начинаем его долбить. И так до тех пор, пока... Эй, стой, ты куда? Очередной суицидник. Пиздец. Не отчаиваемся, у нас все еще есть шанс сократить. Нам понадобится лишь одна граната. Прыгаем на ящик, потом на этот ящик, затем на тот ящик. Выдергиваем чеку, ждем. Взрывай! Залезаем в вентиляцию, убиваем в тулух от краба и... Налево. Так, тут главное все сделать аккуратно. Аккуратно, блядь. Чтобы этот лысый еврей не смог сбежать, закроем ему проход, и пока он закрывается, поиграем в гляделки. Теперь он находится в состоянии бесконечного колбаса. Забавный факт, что его нельзя убить. Да сдохни, ты уже мазохист, хер. Я сдаюсь. Ну и последний способ, тупо пропрыгать всю главу. Не впервой ведь, так? Чё тебе надо? Видишь, я занят. Твою мать. Пошёл ты на...